Еще один детский сад на 350 мест будет открыт в Самаре 1 сентября. Дошкольное учреждение примет воспитанников жители микрорайона «Крутые ключи». Здание уже построено, полностью оборудовано. Осталось закупить игрушки, постельное белье и посуду. А неподалеку будет еще один такой же детский сад. Проект реализуется при поддержке федеральной целевой программы «Стимулирование жилищного строительства». Как она выполняется на объектах Самары, сегодня оценил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Все документы собраны правильно, и все выполняется в срок, так почему не помогать субъекту, где адекватные застройщики, правильный подход губернатора, потому что без власти все равно по заявку подает не застройщик, а сам губернатор понимает, что ему это нужно и важно именно для его жителей. Поэтому таким субъектам мы всем будем помогать. Новую школу обещают достроить до конца года, а в 2018 году в учебное заведение уже придут 1360 учеников. Параллельно начнется возведение еще одной такой же школы. Кроме того, также при поддержке федерального центра здесь будет построена поликлиника. Сегодня правила таковы. Чем больше в регионе цифра жилищного строительства, тем больше он получает целевых федеральных денег, в том числе на строительство социальных объектов. Для Самарской области это возможность дополнительно построить школы, детские сады, больницы и дороги. 9 объектов только по программе основного стимула строится в этом году. Это и школы, это и дошкольные образовательные учреждения, и дороги, и лечебные учреждения. И кроме того, грандиозная поддержка со стороны Министерства и правительства Российской Федерации нам еще добавили в этот стимул еще 6 объектов. В этом году в Самарской области будет сдано 2 миллиона квадратных метров жилья. На строительство социальных объектов и дорожной инфраструктуры в новых кварталах будет выделено почти 3 миллиарда рублей. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.